Покров. Вот посмотрите, какое солнце пульсирующее и белая норка. Белая дикая норка мы третий раз встречаем вообще в жизни. И вообще норок я до этого видела три раза коричневую. Это дикая норка, хотя живет она в парке, но никакого контакта с людьми не поддерживает, и встретить ее довольно сложно. Во всяком случае, вот в этом году встретилась. Это чудо некое, такое послание. Особенно в праздник я заметила, такие вещи случаются именно в религиозные праздники, в солнцестояние. Довольно много интересного. И смотрите, солнце какое пульсирующее. Это фрагменты. Целое видео, конечно, еще покажу. Но вот это фрагменты чуда.